Итак, ребята, наконец-то настал Новый год, я уже в шапочке, надеюсь, у вас уже есть новогоднее настроение, ведь сегодня я буду открывать новогодние кейсики и покупать себе дропчик в стендовчик. Ребята, я записываю приветствие уже после видоса, не хочу, просто не хочу вам ничего спойлерить, но вы не представляете, как я сегодня разорился. Наверное, я говорю это в каждом своем видосе, потому что в каждом видосе разоряюсь, но вы знаете, что я не вру, если я разоряюсь, я реально разоряюсь, поэтому смотрите видос до конца, ставьте лайки, подписывайтесь на мой YouTube канал, скоро 1 миллион и 300 тысяч. Подписчиков, ребята, огромное вам спасибо всем, кто подписывает, скоро будут прокачки новогодние, короче, просто подписывайтесь, новогодние подарки, новогоднее настроение, все это на моем канале, желаю вам приятного просмотра, приятного аппетита, let's go, видеоролик, больше не буду вас задерживать, надеюсь, вы уже подписались, поставили лайкосик, let's go, видеоролик, на нафиг собрались. Итак, ребята, в общем, сегодня я буду открывать новогодние кейсы, как видите, смотрите, как их много, New Year 2020, New Year 2021, и, короче, все новогодние кейсы мы сегодня будем открывать, основной сегодня Дифик Ультра, Дифик, здорово. Салемчик, Данечек, салемчик. Ребята, я специально сегодня одел шапочку, потому что наступила зима, Новый год, холодно, надо теплее одеваться, чтобы не болеть. И сегодня мы будем открывать новогодний кейс, весь дропчик мы будем покупать в стендовчике. То есть, получается, в симуляторе открывать, в стендофе покупать. И на самом деле, скины из новогодних коллекций стоят сейчас просто капец как дорого. Прикинь, МК и Ровтайгер, 144 тысячи голды. Сколько? Короче, ты да, сегодня, ребят, разоришься жестко, братик, жестко. Давай тоже шапку одену, чтобы было по красоте, как бы. Он пошел за шапкой. Ну чё, я в готове. Короче, возможно, ребята, я сегодня очень сильно разорюсь, поэтому надеюсь, такого не произойдет. И, собственно, ребята, погнали уже в симулятор кейсиков, как я его люблю. Давай для начала просто вот купим каждый кейсик по одной штучке. Вот. Просто посмотрим вообще, что за дропчики. Они у нас тут, ребятки, как вы знаете, очень дорогие. Стикер-паки, Винтерфан. Фига ты закупаешь. Ты же разоришься. Да, сегодня, ребята, походу будет разорение. Надеюсь, вы влепите лайкосик, подпишитесь, ребята. Новогодние прокачки еще скоро будут, так что подписывайтесь. Но я думаю, вот эти можно не покупать, потому что они такие относительно дешевые. Ну давай вот этот за 100 голды купим. Все. Ну, давай. У нас есть, получается, 9 всего кейсиков, стикер-паков новогодних. Давай начнем вот с самого первого. Погнали. Здесь нам самое дорогое, что может выпасть, это вот этот стикер. В стендофе такой, я не знаю, сколько он сейчас стоит. Ну, давай даже глянем. 5, мне кажется, максимум. А, всего 2200. Надеюсь, он не выпадет, поэтому просто открываем. Винтерфак. Кстати, ребят, я надеюсь, что сегодня мне не придется до... Я, кстати, не знаю, сколько стоит Рудольф, но это первый, и мы его должны будем сегодня себе купить. Я предлагаю открыть 20-20 стикер-пак сразу, потому что здесь там может выпасть уже Metal Red, может выпасть Snow Queen. А, ребята, это сейчас в стендофе вообще самые дорогие, наверное, стикеры. Посмотрите, сколько они стоят. Я надеюсь, что они просто не выпадут. Но придется донатить, я не знаю, брать какие-то кредиты. Я, короче, продавать скины, надеюсь, такого не выпадет. Погнали открывать. Да, просто открываем, ребята. Но крыса, уверенность... О, пролетела крыса! На Псанта! Ну, кстати, на Псанта, хоть это и рарка, но она очень дорогая. Ну ладно, закупаюсь, ребятки, новогодними всякими стикерами. Так, давай теперь вот это. Здесь, ну... Я надеюсь, здесь самое дорогое. Ножи. Здесь вряд ли что-то дорогое выпадет. Ну, спасик вайп. Кстати, а он как вообще отношение к Новому году имеет? По-моему, никак. Ну ладно, пускай будет. Так, вот это здесь уже может выпасть, получается, чармики. Ну, здесь только арканы дорогие, по сути, вот в этом. Но выпадает мистер Брау. Ну, тебе просто везет. Я не знаю. Я хочу тебя разорить просто, чтобы ты просто аж ушел без голды, мэнчик. Дефекты! Давай! Здесь, кстати, могла выпасть в этом кейсе, могла выпасть МК Ровтайгер, сейчас стоит на рынке, как вы видите, ребят, 144 тысячи голды. Хорошо, что она не выпала. Так, давай New Year 2021. Это один из самых дорогих, ребятки, кейсиков. Так, погнали. Давай, погнали. Просто дай, дай лучше дроп, пожалуйста. Да, сюда! Погоди, реальный керамбит? Керамбит, мэнчик. Просто реально. Гитарь. Хорошо, кстати, что выпал керач. Прикинь, какая-то аркада статрек выпала. Ладно, керамбитик придется купить, разориться. Так, вот здесь, может, Авик Винтерспорт, Текнай Декромансер, Юстон Колд. Стой, ну, стой, стой! Между двух, просто между двух авиков. Сюда! Тебе просто, ну, здесь, кстати, бык дорогой. А, арканы дорогие. Ну, так что нравится за фигня, тебе падает? А мне пока нравится то, что падает. Ну, здесь только Дед Мороз дорогой. Дед Мороз это надо. Реально. Так, давай, наверное, сейчас выберем, что мы купим. Наверное, какие-то вот супер дешевые скины мы покупать не будем. Типа вот таких, они реально, ребят, дешевые. Будем покупать только дорогие, потому что я сегодня хочу открыть побольше кейсиков. О, кстати, о, а почему этот дигл так много стоит? Так, ну это сколько, боулер? Потому что дигл топ, мэнчик. Дигл топчик, хорош, дефик шарит. Это тоже, ну короче, продаем вот это все, то, что дешевое. Будем покупать только дорогие, так, это тоже дешевое. Че оно всего 16 голды стоит? Так, вообще фигня, палка какая-то, на все дешевые. Те арканы, ну, нормально. Вот эти вот скинчики, они уже более-менее дорогие.
погнали их, собственно говоря, сейчас и купим. Итак, ребята, в общем, я уже в стендовчике, я уже готов покупать скинчики. У меня всего 1500 голды, походу мне нужно побольше голды на сегодняшний ролик. Блин, хотелось бы записывать видосы, тратить 1500 голды на них, но... 1050 голды теперь донатить, я думаю, минимум нафиг. Так, нам, получается, выпал керамбит Frozen. О, за 3000 голды! Чем он тут занимается? За 3000 голды, а я думал, кстати, он 1200 голды стоит. Потом нам, получается, выпал стикер Рудольф. Ну-ка, где этот стикер? А, он стоит 100 голды. Кстати, ребята, о, нифига у меня этих стикеров. Да ящик инвестор даже не знал, что у него есть эти стикеры. Стикер Флейк тоже покупаем. О, ну нормально, кстати, постепенно копятся, ребятки, стикеры. И самый, получается, дорогой стикер из всех, это нам Санта. 2800, что? Вот это нормально. Я думал, а я зря не радовался этому. Я думал, он дешевле. Что с ним стало? Нафиг. Ну ладно, покупаем нам Санту, я уже задонатил. Все, я купил все скинчики. Теперь погнали обратно в симулятор. Стой, а что такие скины дорогие? Я не ожидал этого. Походу, ребята, я разорюсь сегодня на 10 рублей, 5 лайк. Let's go, симулятор. Мы уже купили первые скинчики, мы поняли, какие кейсы жесткие. Я предлагаю сейчас просто, ребята, надеюсь, вы влепите за это лайк, подпишитесь. Но я куплю сейчас сразу 3 такие кейсика. Это самые, наверное, жесткие кейсы. Тут может... Ты бесстрашный. Давай даже 5 их возьмем. Ты бесстрашный. Ну и 5 вот этих, я думаю, можно взять. Чисто пятерик. Ребят, да, я протестировал все кейсы, эти самые дорогие. И возьмем еще 3 вот этих. Я думаю, нормально. Это заслуживает лайка, это просто. Если сейчас не, ребят, это реально заслуживает лайка, потому что я могу сейчас очень разориться. У меня уже даже в симуляторе кейсов потихоньку заканчивается голда. Начинаем. Садим, 21. Ладно, этот кейс не самый жесткий, но здесь есть... М9. Найс, дешевое, отличное начало. Вот, вот отличное начало, вот здесь давай, уже можно бьюсь 500 колд. Только не стон колд, Юз. Давай, стон колд. Только не стон трек, только не стон трек, пожалуйста, не стон трек. Найс. Как же я сейчас сэкономил голду? Ты просто везунчик, я тебе клянусь. Я открыл первый кейс уже тогда некромансер. Он неплохо стоит, кстати. Давай, Winter Sports, стотрек и просто... Давай, стотрек! Только не стон трек, только... Два кейса подряд, два тэкнайна. Я хочу открыть эти кейсы, чтобы их больше не видеть. Дробашка, как я люблю этот дробаш Артик. Как же я его обожаю. Не, давайте, ребят, просто. Да, открываем эти кейсы, потому что я реально просто боюсь их. Давай, стой, найс, она дешевая, это отлично. Так, и последний кейс. Какие сейчас такой G22 Frozen статрек, или я не знаю, Авикс. Так это будет... Стой, статрек, пожалуйста, пожалуйста, это пожалуйста. Это ГГ, это ГГ. Блин. Но она и так дорогая. Она очень... А, это полная ГГ. Ребята, Аня, вы ну понимаете, тебе же какой сегодня ролик, я надеюсь, вы просто влепите лайк, я еще даже все кейсы не открыл. Так, ну это мы не будем покупать, она дешевая. Это тоже, наверное, не будем. Хотя он, кстати, подороже, но ладно. О, это, ну ладно, пофиг, тоже не будем. Короче, пока 3 скинчика, 2 тэкнайна, Авик, это жесть, еще стикеры. Короче, не, надо как-то поаккуратнее с этими новогодними кейсами. Мне 3 легендарки подряд. Ага, найсик. Кстати, Влад, у тебя вообще есть новогоднее настроение? Пока что нету. Скоро гирлянды вот, ребята, будет все. Надеюсь, у вас появится новогоднее настроение после этого ролика, потому что Новый год уже скоро. Надо будет, кстати, украсить комнату, надо будет елочку поставить. Кстати, говорят, при подписке настроение увеличивается в 2 раза. Ты не знал об этом? Реально? Ну-ка, я сейчас проверю, надо. Я сейчас подпишусь. Ну-ка. Опа! У меня не настроение увеличилось в 2 раза. Настроение тоже увеличилось, потому что падают дешевые скинчики, которые я продаю. Настя, хорошо, ребят. Ну, 3 раза подряд выпало Лего из самого дорогого кейса. Так оно и хорошо. Так, вот сейчас отсюда. Вот тут стикеры прям дорогие. Ну, чтоб ты понимал, он стоит голды 700-800 просто за стикер. Он дороже даже, вроде бы. Да? Вроде бы, да. О, еще один. 2 таких. Да куда мне пингвины? Я не знаю, сейчас узнаем. Крыса, 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 просто крыса. Рарочка, я подниму стол. Просто рарочка. А, крыса! Блин! Найс! Нам Санта. Короче, ребят, что-то пока новогодние кейсы оказываются очень дорогими. Погнали, сейчас купим все вот эти 6 скинчиков, которые нам выпали. И потом еще подкроем кейсиков. Let's go. Погнали. Братанчик, если ты тоже хочешь закупиться какими-то скинчиками к Новому году, но голды нет, и ты не знаешь, что тебе делать, я знаю, что тебе нужно сделать, и сейчас расскажу. В этом тебе поможет GG-шечка. Только там, воспользуешься вот этим промокодиком, ты сможешь открыть бесплатный кейсик. Ну, а если ты уже достиг 3-го уровня, то ты сможешь воспользоваться вот этим промокодиком и открыть еще один, 2-й кейсик, также абсолютно бесплатно. На этом халява не заканчивается. За каждое свое пополнение ты получаешь газировку, которую потом можешь обменять у трудовика на какой-то скинчик и сразу вывести его себе в стендовчик. Самое крутое, что с вот этим промокодиком ты получаешь приятный бонус к сумме своего пополнения. Потом ты сможешь пооткрывать ящики и тоже вывести себе скинчики в стендовчик. Короче, братанчик, нужна голда?
тебе нужна GG-шка. Вся информация в закрепленном комментарии, а я обратно возвращаюсь в видеоролик. Открывать кейсики. Let's go. Ай, ребята, я просто дофи, и чтобы вы понимали, мне сейчас нужно купить два Tecnine Necromancer, Avic Winter Sport. А, Tecnine хотя бы, кстати, они стоят нормально так. Надеюсь, они подорожают. Наклеечками. Да, надо сейчас, ну, кстати, вот как относишься к этому стикеру? Ну, брат, ну, судя по нашему заднему фону, вообще она идеально подходит, мне кажется. А мне Джент говорил, этот стикер надо отклеивать, если ты его видишь. А ты не слушай всяких ноунеймов, мэнчик, ты трейдер, Данечек. Все, покупаем тогда первый Tecnine. Ну, второй не хватает, придется еще донатить. Все, задонатил. Так, покупаем. Ну ладно, куплю Сашей скиллом. Все, купил. О-о-о. Так, теперь мне, получается, нужно купить два стикера пингвина. Фух, хотя бы они недорогие, а то, когда я увидел цену на рарку, я думал, она будет просто капец какой-то такой. Кстати, а чё они такие дешевые? Вот именно. Ну-ка, надо, Данечка, поднимать их. Надо их закупать в честь такого, пока они дешевые. Получается, еще один стикер нам Псанта надо купить. И вместе с ним еще и Авик. Капец, что-то сегодня какой-то затратный ролик уже на старте, ребят. Да, надеюсь, лайк. Сколько он стоит? 8 тысяч? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Слушай, что-то мне это на самом деле не очень нравится. А мне это прям нравится. Слушай, прям я обожаю это. Так, это я купил, мне еще надо будет на Авик додать. Да, ребят, сейчас я, наверное, задоначу на Авик. И придется покупать Авик за... Что-то подорожало, я думал, намного дешевле стоит. А, 400 голды, у меня стикеров на 4000. Не, я покупаю. Халява? Халявочка. Блин, капец, я купил все скины. Я сколько вообще задатил на этот видос уже? Ладно, погнали дальше крутить этот симулятор. Что-то пока мне это не нравится. Два Tecnine. Куда мне столько Tecnine, некромансеров? Погнали, еще выпьем М9. Короче, просто погнали в симулятор. Так, знаешь что, Влад, я вспомнил? Ну-ну-ну. У нас же есть еще один новогодний кейсик, про который я забыл, ребята. Как я просто мог забыть вот про этот новогодний кейсик? Надо их купить за это штучки 3. Капец, они у меня в симуляторе таким темпом голда закончится. Так, окей, я купил. Давай теперь купим... Ладно, давай возьмем две таких. Ты прям хочешь разориться, я вот это чувствую, я ощущаю. Я не хочу, я просто хочу пооткрывать новогодних кейсиков, новогоднее настроение. Ну, еще давай. Подожди, а где диглы падают новогодние? Давай тоже кейсик откроем такой один. Как бы, ну надо бы. Ну, кстати, да, давай проверим, вот тут есть дигл. Блин, а почему нет новогоднего дигла? Разработчики, если вы смотрите ролик, добавьте новогодний дигл, такой красный. О, только не сатрек, сатрековская, да фигища стоит. Фу, обычная. Давай, сейчас крыса выпадает. Давай сюда, крысу. Найс! Крыса у нас хае. Ну, кстати, хаешка тоже дорогая. Так, я хочу просто это открыть, потому что здесь две аркады, которые меня могут жестко... Да она недорогая! Ну, она голды 600, по-моему, стоит. Ну, это мало. Это что? Давай кейсик продолжим просто. Блин, я боюсь этот кейс открывать, он просто какой-то психованный. Аркан. Стой, ну, ее статрек. Да статрек еще, статрек, ё! Данечка, сегодня ограбили нафиг! Улыбай! Так, окей, о, кстати, я этот не открывал, по-моему. А, нет, открывал в начале только. Стой, пожалуйста. Фу, я уж думал, Мишка, Насик. Давай, Мишечка, сюда. Пингвинчик, отлично. Стикеры я все буду покупать, ребят, и вам тоже советую, они потому что дорожают, Данечка инвестор такое любит, закупает стикеры. Данечка инвестор, дорогие. Так, у нас осталось 3 гифтбокса. Вот это сейчас опасно. Ребята, надеюсь, вы влепите лайк, пожалуйста. Потому что 3 гифтбокса. Главное, никерголд, явик, пожалуйста. Никерголд, явик, не режет кейс. Пожалуйста. Главное, пожалуйста, кирголд. Боксики. Чисто главное, боксики, кирголд. Чисто боксики. Кирголд. Хорош. Origin кейс. У меня сейчас вопрос. Я должен его открыть или купить в Сэндоффе? Ты должен его купить, потому что открыть его в Сэндоффе, типа... Но все-таки не будем тебя сильно грабить. Давай откроем его нафиг. Там же может выпасть М9 нафиг. Dragon Glass получается. Ну, кстати, ребят, у меня в стендофе лежит как раз-таки Origin кейсик. Ребят, давайте так. Если под роликом наберете 15 тысяч лайков, я открою этот Origin кейсик. Но если лайки наберутся, выпущу это шортик. Заслуживает. А пока погнали дальше. Пожалуйста, не Origin кейсик, не Авик в 2 и не Кирбол, пожалуйста. Стой. Найс. Ничего хорошего нету. Кирбол, выпадите, я переверну. Найс. Так, ну давайте я открываю Origin кейс. Какие сейчас М9 выпадет? Если М9, это просто будет. Я не знаю, что лучший ролик. Пуф. Так, ребята, в общем, я чуть-чуть почистил. Вот эти все скинчики погнали сейчас покупать стендовчик. Все, и опять садовчики, ребята, погнали опять закупаться. По факту там, почему он стоит 2000? Почему рарка стоит 2000? Покупаем, короче, стикер Toxic Snowball. Я не знаю, он у меня это первый стикер. Надеюсь, он будет дальше дорожать в таком же темпе. Это вот эти, стикер Flake, 2 штуки. Кстати... Это фигня. Ну, зато он выпал, и я не потратил, отлично. Еще фигня.
И хаешка. Сколько стоит сейчас хаешка? Я не удивлю. 700 голды. 700 голды за хаешку. Это вообще жесть. Сколько стоит Юст Стоун Колд? 4000 голды. О, надо купить тот, который первый стоит с арканами. Настя, успел! Да, ящик инвестор успел купить несколько за арканами. Халява! Ну, кстати, что-то тут, конечно, не смотрится, но две арканочки, ребята. И, получается, осталось еще купить 350 из Origin кейсов. Ну, ребята, кстати, Даня, Даня, а ты в курсе ноябрь, ты закончился? Да. Опа-на. Ладно, все. Покупаю P350-ёчек, и все, я все купил, ребята, погнали в симулятор. Я надеюсь, что я больше не разорюсь, это капец. Так, все, ребята, я в симуляторе, наверное. Так, давай, все, я последний, я если сейчас еще выпадет какой-нибудь поганый Юстон Колд или еще что-то. Давай один оружие, просто оружие? На мужика. Давай два. Два кейса. Они новогодние. Блин, они не новогодние. Ладно, давайте вот, хотя стоп, надо еще какие-то стикеры. О, вот эти. Я, конечно, рисковать, ребята, походу капец люблю. Ладно, погнали. Нью-Йер, начнем с себя. Просто выпади, рарочка. Пожалуйста, рарочка. Да, сюда, статрек. Ну, хотя бы не статрек. Третий, тогда некромансер. Третий из этого кейса, я только первый кейс открыл. Еще не трекал. Еще сотрек, давай. Еще сотрек. Фу, хотя бы обычный. Ну так, дорогой, нормально. Грабим, да, давай еще тогда некромансер. Еще давай мне Джилла за Фрозен. А, ну, фух, ну хоть. Я не удивлюсь уже, что это за разорение с этими кейсами новогодними. Я, жесть. Я, походу, разрабом, ребята, стадофа новогодние подарки делаю своими донатами на эти скины. Вот еще юспик, да, держите. Давай. Стой. Найс. Рарочка. Я начинаю любить рарки. Я понимаю, почему ирландчик говорит. Рарочка, топчик, рарочка, это топчик. Рарочка. Опять пингвин. Пингвиненок. Да чё за фигня? Почему мне сегодня столько пингвинов? Так, вот сейчас, пожалуйста. Рарочка, хаешечка, рарочка, это арканочка. Топчик. Носик, хаешечка. Да, отлично. Блин. Не, все-таки рарочек. Давай вот это, вот давай. Порежем 10 за 10 тысяч голды. Сейчас рарочка. Статрек. Фуф. Кстати, статреки что-то редко падают в симуляторе. Это вот меня радует. Рарочка. Не статрек. Да хватит своими песнями, блин. Рарочка. Настя, работает, когда ты любишь рарки, они тебе падают. Я люблю рарки. Так, окей, давай тогда подаем рарки. Хе, я не люблю рарки, я обманул симулятор кейс, он мне поверил, лошочек. Обманщик. Ну, получается, все вот это мы сейчас идем, ребятки, покупать в стендовчик. Все, ребята, я в стендовчике, наконец-то. Опять мне выпал тег на некромансер. Так, окей, давай тогда купим вот этот, более-менее нормальные стикеры. Купят 4 штуки уже этих тегнайнов. Вот именно, поэтому пора тратиться за все это, за все свои грехи нафиг. То есть джедай быть плохо? Это плохо, надо быть ситхом, с красными ножиками ходить, с красным сетом нафиг. Ну ладно, я подумаю над тем, чтобы, может быть, перейти за ситхов, но я пока не знаю. Так, покупаю за 1000 голды стикер. 2 Юсп Стоун Колда я должен купить по 1000 голды. Почему? Юсп стал стоить 1000 голды этот. Потому что он синий, дешевеет. Ребят, я здесь реально, вы ставите лайки, ребят, потому что это просто жесть. Кука уходит на донатсандов. Я уже поставил, кстати. Спасибо, брат, поддержал. Может быть, тоже подержу и перейду за ситхов. Но мы поговорим с тобой на эту тему в следующем году. Да, в следующем году. До следующего года буду джедаем. Так, все, покупал, получается, купил еще 2 стикера. И из скинчиков осталось купить еще только 2 скинчика из Origin коллекции. Давай вот этот с 4. Им 9 выпало, по-моему. Universe вроде, я не помню уже, забыл. А по-моему нет. По-моему, такого не было. Блин. Короче, все, ребята, это, я не знаю, это какое-то полное разорение, но справедливости ради, наконец-таки это закончилось. И больше я сегодня не разорюсь. Ребята, надеюсь, вам понравился этот видеоролик. Сейчас будет много прокачек в честь Нового года, поэтому подписывайтесь, ставьте лайки, смотрите предыдущую прокачку. Желаю вам всего доброго, новогоднего настроения, до новых волнующих встреч. И еще не забывайте подписываться на Дификультру и на мой канал тоже подписываться. Все, всем пока-пока. Дигл топ, пока-пока.